Премьерный спектакль «Селестина», который увидели ульяновцы в эти выходные, поставлен по пьесе Николая Калиды. Длинный средневековый роман, трагикомедия о Калисто и Мелибее, он переработал в одно из самых популярных произведений испанской литературы. Это пронзительная история любви, на 100 лет опередившая Ромео и Джульетту. Этот спектакль обречен быть интересным и обречен быть интересным, замечательным, увлекательным, потому что главные роли в нем исполняют наши замечательные актрисы. Народная артистка России Зоя Михайловна Самсонова и заслуженная артистка России Ирина Леонидовна Янко. Они как раз-таки выступают в роли главной героини, чьим именем и называется спектакль «Селестина». Режиссер Максим Копылов в содружестве с художником Владимиром Медведем и хореографом Михаилом Умновым перенесут зрителей в испанский городок, где воздух пропитан солнцем, ароматом спелых яблок и страстью фламенко. Пьеса не бытовая, и «Селестина» — это не просто женщина, у нас как бы она вырастает до символа. Вот, казалось бы, там сводня, да, ну, такой персонаж отрицательный. Вся средневековая живопись, и многие посвящают, как бы художники эту тему изучали, но она всегда такая старушка, как бы, со знаком минус. Вот. А у нас она поднимается до уровня Кармен. Тоже неоднозначный персонаж, да, Кармен. Но у кого не спросишь, скажу, ну, Кармен, это здорово, это хорошо. Вот и у нас Селестина, это, ну, у меня и у режиссера, у зрителя может быть свое мнение. Вот, и поэтому мы не ставим точки, у нас везде как бы многоточие. Этим она и интересна с 15 века по 21. Главную роль в разные дни исполнили примы театральной труппы, народная артистка России Зоя Самсонова и заслуженная артистка России Ирина Янко. Своей безупречной игрой актрисы не оставили поклонникам выбора. Премьеру непременно нужно смотреть в двух составах. Роли влюбленных господ и слуг исполняла талантливая молодежь театра. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».